Тогда скажите мне, Татьяна, вот существует такой тезис, что в принципе не женское дело вообще смешить. Что, и благотворительностью тоже заниматься, судя по всему. Нет, благотворительность как раз наоборот. Я считаю, вот это уже действительно мое мнение. Это серьезный просто вопрос, мы к нему вернемся. Сейчас вот просто о профессии. Вы считаете, почему так сложилось такое мнение, что женщины могут смеяться, они могут смешить, но они не могут генерировать вот смешное, то есть вот писать сценарии, допустим, смешных фильмов. И действительно, если мы посмотрим на стендап-комедиан, в общем, женщин там, ну, мы про мировую отрасль говорим, и про авторов, сценаристов, про тех, кто исполняет, значительно меньше, чем мужчин. Это что, это заговор сексистов, да, это, не знаю, заговор там кровавой гибни, сионистов. Почему так сложилось? Ну, это совершенно понятно, по-моему, вполне объяснимо, что женщинам вообще не свойственно, им не хочется никогда быть смешной, и поэтому это очень сложно, поэтому все те единицы, которые в этом жанре все-таки появляются, это скорее исключение из правил, конечно же. Потому что женщины, девушки, они всегда хотят быть милыми, симпатичными, угу. Чтобы над ними смеялись, конечно, никто не хочет. Поэтому здесь но нужно как-то... Но это же разные вещи, когда смеются над объектами и когда объект смешит. Ну, послушайте, всегда, когда девушка выходит на экран, ей хочется видеть себя там красивой, роскошной, стройной, обаятельной, привлекательной, а не то, чтобы на ней ржала вся страна. В основном. Хотя, конечно, comedy woman, как вы их назвали, они угу. действительно существуют, но правда это такое, скорее, исключение. То есть вы считаете, что это никак не связано, условно говоря, с какими-то, ну, биологическими аспектами? Что, в принципе, вы, женщины, устроены так же, как мы, мужчины, вот в этом смысле. И просто вот вы не хотите быть смешными, а мы хотим. Ну, не знаю, мужчин по-настоящему смешных тоже не так много. Но, по крайней мере, они меньше этого боятся, мне кажется, и стесняются. Потому что, действительно, для девушки, чтобы вот... органично, чтобы над ней смеялись, их всегда было мало, и в КВН, в общем, было мало mm-hmm. таких. Было четкое разделение на каких-то там девочек, которые просто произносили реплики и были симпатичными, да, mm-hmm. которым давали там какие-то смешные слова. Mm-hmm. Вот. А были те, которые могли действительно произнести шутку. Mm-hmm. Ну и, собственно, таких не так уж и много было. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».